Вот читаю сообщение в Фейсбуке. Глава ВМС Германии ушел в отставку, что Крым российский он потому что заявил. Это повод для меня дать справку. Не считает Крым российский, не смеющий в сакральный Крым, но сунут до сих пор. РПЦ МП, патриарх Кирилл. Так что поспешил немножечко глава ВМС Германии с этим заявлением своим.